Let's go, пацани. Start the game. Окей, ребятки. Что ж, сегодня у нас челленджи. Интересненький. Челлендж состоит в том, чтобы отыграть 0-0-0. Фарм только крипы. И более ничего. Это на самом деле лютый челлендж. И я не знаю, посмотрим сейчас, как это будем все делать. Но здесь катка получится интересная. Интересно. Сейчас поглядим, кого ребята побанят. Исходя из этого, будем двигаться. Исходя из этого, будем двигаться. На пуш надо сыграть, я думаю. Так, Тинника забанили. Мой фаворит хиро, на котором этот челлендж можно сделать, это Тинник. Ни разу не пробовал покомментировать игру из чатика. Ну, пробовал, комментил. Комментил. Почему нет? Go, выиграй один раз на CM. No, I have challenge on this game. Так. Хорошо. Салона под сейв хз. Бару в бан. Не, Бару там не банили. Жесть. На самом деле у меня есть несколько персонажей, которые... Вносят только... Пикайте. Пикайте, пулзе. Дайте last pick. Примерно, чтоб на меня не контранули. Они не банили его? Может его взять? А если честно, не хочу на нем. Честно, не хочу. Давайте не будем обузить. То есть на алхимике... Блин, там ацит. Нет, алхимик не подходит под этот челлендж. Пусть пикают, ребята. Я мид. Я мид пойду. Я не буду. Не буду брать. Чисто пуш будет, пацаны. Бинг босс. Мы барнем бинг босс никнейм. Нормально, бинг бок. Бинг босс. Че, я вас пикаю? Они пикают. Sufficient gold. Хорошо. Бобус ready. Хорошо. Шейн, не надо такое писать, пожалуйста. Бруда. Бруда имеет пассивный урон, это пауки. Нельзя будет тогда пауков качать. А тут Сайленс, по-моему, не дает ассист, насколько я знаю. Хотя бы Сайленсом я смогу помогать. Кто знает, ребята, протестите. Silence, по-моему, не дает ассист. Charge бары дает ассист, я точно знаю. Инвокера Ghost Walk дает ассист. А Салатарксы, по-моему, ассист не дают. А, блин, а как проверить? Вы никак не проверите же есть. Да, кстати, вот, вот это может быть проблемой. Нужно. О, ну пацаны готовы к хейтерству. Но они типа в десятеро могут на меня тупо выбегать. Жесть. Вон Тускар как говорит. Нужно убить, говорит. Йоко Лемоне ник у него. Там тупо весь таргет в меня будет, я так чувствую. Хорошо. О, Тускар. Тускар роумер, да? Алейкум ассалам. В принципе, я знаю, как можно покачаться здесь. У Шторма еще... У Шторма еще настолько легчайшего мида никогда не было. Чтобы Траксана у дэмэдж делала.
что-то на него не направил. Это, конечно, тяжело будет. На карте никого. А, все, вижу. Эй, промах. Что есть. Дузу? Да, не, Дуза. Хотя Дуза тоже, но Траксана быстрее пушит. Я поэтому взял Траксану. Траксана же хорошо пушит. Блин, тут и шторм, кстати, хорошая, да, досягаемость будет до меня. Тяжко. О, Мажи и Куджа там душит. Что за челлендж? 0-0-0 челлендж называется. Ну, я не уверен, что он получится, но я попробую сделать максимально, сколько я смогу, хреновый КДА. То есть, без убийств. Возможно, я сдохну пару раз, но я попробую все равно что-то сделать. Попробую. То есть, я не обещаю, что мы тут выиграем этот челлендж, но я попробую, по крайней мере, сделать все, что в моих, так сказать, этих возможностях. Так, меня роумить пошли, да? Тускар такой крысиный будет, да? Да, там, конечно, закат от Тускара будет напрягать очень сильно. Я не буду дамажить его. Ну, Тускар где-то... А, на топе, все. Хорошо. Хорош. Пойдет. Главное, чтобы ребята сильно не расфидели, я ж не могу никого убивать. Это жопа будет. Тут от команды на самом деле очень много зависит. Я не могу в игровом процессе участвовать, то есть я как будто есть, как будто меня нет. Если ребята расфидят, это будет GG. Ох, Тракса видели, влево-вправо бегает. Осуждаю. Хорошо. По сути, 80% оппоненты играют 4 на 5. А они не 80%, они всю игру 4 на 5 играют. Если что. Там еще и Мартретка, блин, досягаемость. Хорошая будет. Можешь проиграть, ну, возможно. Возможно, я не спорю.
Да, такое. Такое. Как сам варды ставить? И меня могут на вардинге поймать, я очень ватный. Я максимально ватный. Так что хз. Хорошо. Да, жестко, конечно. Седьмой левел. Внизу. Очень медленно все по фарму идет, жесть просто. Ох. Ну а почему они страдают? Я им всегда катки тащу, пусть отдыхают. Неправильно разве? Пусть отдыхают. Пусть тащат. Сларк в команде есть. Пусть тащат. Так что пусть. А то расслабились. Хина здесь катки тащит, им они курят в стороночке. Пусть. Пусть пацаны кайфуют. Только проблема, мы тут, скорее всего, проиграем. До 9 на 2 играем. То есть, прикиньте. То есть, я не играю эту игру, и ребята еще не получается у них играть. Так что, хз. Я, короче, там имеет дагер уже, наверное. А, нет. Это жестко. Это жестко. Шторм идет. У меня вообще крипов нету, я на лайн не могу выйти. Жесть. Да, кстати, тиника не дали. Единственным. С алхимиком я не стал. На алхимике отсиден, потому что играешь. Алхимиком я тоже без фарма был бы, потому что тут боишься вообще подойти куда-либо. Такое себе. Хорошо. Да ну мне самому такой челлендж прикольно попробовать, типа. Почему нет? Интересно же есть.
Правда, там герои прям такие. Прям хорошо под мой пик, чтоб я фидил побольше. Что происходит? Да ничего, фанимся. Все, без Леорика еще. Но если без Леорика, то 100% луз. О, если Леорик выходит, это автоматически луз. Тупо они втроем не потянут. Они нафидели 0-4, 0-2, 1-4, 1-2, пацаны играют. КЗ. Это от команды больше челлендж зависит. Я тут на траксе. Если бы они лайны подпушивали, я бы помогал. Да, они там по лесу ходят. Ищут. Да, когда я играю, есть шанс еще выиграть. Одобряю. Тут это одобряю. Хорошо. Бинг-босс там на думе. Специально, вот этот чел постоянно берет думу, чтобы хейтить просто. Лежит и хейтит. Вот, знаете, это его задача. Захейтить. Бинг-босс. У него ник даже такой. Бинг-босс, типа, знаете, пришел, типа, надо бежать отсюда. Надо выиграть, конечно, надо выиграть. Иначе какой смысл? Да? Правда, фарм неоткуда брать. На лайн не выйти. Сразу бегут, как на мороженое. Дум фрифармит. Наилегчайшей катки у моих подписчиков еще не было. Ну такой наилегчайший. Настолько легчайшей катки. Даже мома нету. Мома. Пацаны ломают, но нету тройки. 15 секунд. Добивайте, пацаны. Ру. Хорош. А, пацан фармит там. И этот пацан тоже фармит. Жалко, блин, вообще ничего не могу делать. Сларка левел вообще оверлоу. Оверлоу. Ей кроба там душит соло. Жесть. Шейн, ты какой-то странный. Что с тобой? Блин, не знаю, но без меня, но они ж крипы без меня вообще, посмотрите. Что они без меня, моя команда, может? Ну, я же стример. Я же на миду стою, не знаю. Что они без меня могут? Они без меня хрен что смогут. Даже вардов на карте нету, посмотрите. Типа, ну я хз. Это какой-то бред. Максимальный бред. Без меня же вообще ж даже покакать не смогут сходить. ХЗ, ХЗ, честно.
Даже, я даже не знаю, где мне фармить. Вот я сейчас не вижу никого на карте, и где мне фармить? Мне негде тупо фармить. Один чел на миду, двое челов на миду, и все. Двое челов на миду. Ну, в лесу по-любому кто-то у нас фармит. Же есть. Мид я на экс пошел. И на золото. Пускар уже бежит. Оста сюда. Так, ну хоть подвардились, уже легче будет. Хорошо. А чё, сетку не дал? Кузбасс, чисто. Чё, да герочек попробуем отплатить. Беги, беги, другие. Зачем оно тебе, если ты не берешь? Что ж тебе говорю, на экспу, на левел. Я в статы уйду, может быть, еще что-то как-то получится и не сдыхать, может как. Не, даггер нужен. Даггер нужен. Хорош. Сал не дет ассист, я не знаю. Не уверен. Дает, нет. Птички, говорит, вернулись вовремя. Не птички. Это чички. Чечевички. Сейчас даггер. Хорош. Это называется максимальный игнор гейминг. Катка. Насколько пацанов хватит, чтоб не психанули. Жесть. Игнор гейминг. Ну, по крайней мере, они сейчас вышли, открыли мне стороны. Я могу хотя бы покрипиться. Крипы по 50 всего дамаги. Это мало очень. Челлендж называется 0-0-0. Смотри, там мартретку душат крипы. Жесть, чуть не сдохло. Опа, думчик пришел. Сетку ему! Ты что, браконьера это улови. Ой, хорош. Команда на дамаги начинает тащить, да? Дамаги. Маги. Команда маги на дамаги. Хорош. Как же им тяжело, блин, я не знаю. И в моей команде очень тяжело сейчас. Ой, сало поздно. Спадем, тут вард стоит. Нет, даггер надо, не лотар. Даггером я хотя бы смогу это, чуть-чуть позиционку подыгрывать. А лотар, в меня шторм влетает и гг. Вон, шторм есть там. Шторм там есть. Не хочу, чтобы шторм меня убил.
Кстати, у Дума лотар вроде нет. Дума там что-то наподобие было, по-моему. Так, дагербочек. Дум, что там собирает? Дагер. Чаленги вообще максимально отбиты. На самом-то деле. И лесничок заканчивая фармить, да? Эту катку ты уже проиграл. Хорош. Хилка Миллиору помочь. Ну, как варик, кстати. Как варик. Ребятам помогать тупо, знаешь, на фарм. То, что я выфармливаю, и отдавать все. Не знаю. ХЗ. Можно и так, кстати, делать. Вроде не запрещено. Юл за помощь, конечно, считается. Юл — это же дамаг. Бинг босс. Да, Юльчик 50 урона, это знаем. Короче, у нас шанс такой есть, когда очень много крипов пройдет по линии. Я могу нажать кнопочку, и они могут спушить. Прям очень годно будет. А можно скелета покормить? Можно с Ларком. Хилками, кстати. Типа, затащи мне катку, плиз, знаешь так. Что, Сларк там видно, что ли? Жесть, они ходят так. Под конец бабочку. Да я бы в ловкости собрался, я хочу им дамагу поднять. Но у нас Сларк дамагу-то не имеет. Шаман имеет и Кроба только. И все, у них по 66 урона. Марита на топе. Паста. На такую линию выходить. Я все же думаю сначала на эскейп собрать, а потом уже все остальное делать. С некрача можно ассист заработать, если что. Поэтому не хочу. Я думал, лотар еще сейчас сделаю до кучи. И дальше уже можно будет покормить леориков. Покушаться, так сказать. I'm here, you man. Это жесть. Челлендж без доната. У меня нет денег. Я детина еще. Блин. Че страшного? Ты че? Я редко, но бывает берусь за что-нибудь такое, если интересное. Дума, гоним купил. Хорошо. По лесу у нас там гей-парад какой-то, да? Сларк соло там бегает. Ну, ты можешь умереть сейчас, кстати. Прыжок! Ой, лагаю. Шаман прогулялся. Давайте Куру, ой, Куру, зарем, закроем карту. Потому что там вар только поставили, сразу сняли. Нормальная тема. Нормальная тема. Он один. Лерик помог бы там. Блин, так хочется раздамажить, но не могу.
Дума не вижу. Неужели Дум где-то леса колодит? Наконец-то Кеншин там пустили меня. Там Сларк сдох, что ли? Он просто прыгнул из догона, погиб, что ли? Пушить, но как? Там, блин, три зацепа, три героя, которые меня легко ловят. Я только выйду, я сдохну сразу. Я даже на лайн боюсь выходить. Прикинь, как меня зашугали. Максимально осторожно надо играть, я хз. Я куплю лотар сейчас и буду Леорику кидать все. Так, гоу. Тускара, лотар. Кстати. Хорош. Вот мне интересно, за сало дают ассист или нет? Робот. В его сторону я тоже поучаствую. Надо рисковать, в конце концов. Кто в миду? Сларк умер. Вот зачем пошел? Экзорцизм. Ох, что-то Леорик лагерский. 30 секунд, но мы не успеем, скорее всего. Да. Че ты взял, что сало не даст ассист? То, что надамажит, мне пойдет в мой урон. Да что ж такое-то, брат? Отлагай давай, поехали. Душим. Если он вылетает, это конечное сразу. Максимально. Максимально сразу. Печалька. Бинг босс. Леорик вылетает, сразу можно ФФ писать, в принципе. Да закройся ты. Это печально. Леорик не помог немного, да? Заберут? Хорош. Нормально, пацаны. Газанули. Хорош. I go.
Мартретка топ ломала, уверена. Так, ну низ подпушен. Я по КД чисто третьего. Тут можно вообще такое, знаете, Октарин собрать. Октарин тупо. Чтобы третий быстрее КДшился. Пытаться за счет третьего выруливать. Я не знаю, Сала дает ассист или нет, но рели, я что-то как-то даже не задумывался. Серьезно. Над этим моментом. Эншенты. Маленький барак под... Нормально. Не-не-не, большой сломали. Хорошо, он же регенистый. Если хватило дамагу на большой, то по кайфу. Он лотар еще дум сделал. Вообще крыса, прикиньте. Беги, брат. Б, иди. Да ты бы выжил, мне кажется. Ассист. Я сейчас подумал, я добью его, сейчас ассист получу. У меня аж такое по телу дрожь такая, знаешь. Прикинь. Прикинь, как я обосрался сейчас. Пацаны, вы прикиньте, как я сейчас обосрался. Что сейчас получу ассист. Жесть. Я не буду крипа брать. То, как сейчас играем, это идеальный геймплей такой стратегии. Ча, Лёрика одевать будем? Бедолага там на шамане опять умирает. Мартретка дефится. Мартретка дефится. Мартретка на дефе стоит. Такое себе. Манта для сейва, для пуша. Ну да, но только мантой можно тоже ошибиться. Но я золото все Леру кинул. Я бы купил сейчас пол манты себе. Я Леорус деньги отдавать сейчас буду. Пусть тащит. Пусть тащует, так сказать. Думчик идет. А Мартретка тоже, получается, не играет. У них 4 на 4 драки постоянно. Сларк умер. Дум, по идее, получит сейчас все. А нет, еще живой. Давайте, знаете, что попробуем? Опасно, конечно, но погнали. Ребята мид толкают. Я низ постараюсь толкнуть. Суицид бараки там будут. Зря он змей поставил там. Зря, мне кажется. Дум ходит, что-то там дрочит. Ух, нифига Леорик кританул.
Так, три героя, минус два. Все, погнали. Мега пуш делай, да? Есть минус барак. Хорош. Так, там Тускар живой и Дум. Да, живой. Тускар живой и Дум. Тускар и Дум живой. Ага. У меня есть эскейп еще. Я ушел. Сейчас тоже сдохну, будет не очень. Почти минус две стороны сделали, пацаны. Я чисто так побегал рядом. Еще золото Леорику сейчас кинем. Хорошо. Дал хил. Чел, это челлендж. Что значит учу? Знаешь, что такое челлендж? Челлендж — это фановая катка. Ты не знаешь, что я учу кому-то так делать? Дайте мут ему, пожалуйста. Алхимик может быть донором, кормить ботлами. Ботлами? Нет, ботлыш нельзя продавать. Хилками, да. Так, ну минус две стороны пойдет. Да мут ему хайскилл, дай, он просто не в курсе и сидит негативит. Не в курсе. Сейчас в курсе будет, если будет негативить, дай, что бан. А так, разбань его. Если он типа, ну, но он просто не в курсе был, что челлендж. Челлендж 0-0-0. Хилки. Да это моя ТПшка, куда ты ее? Хилки забирай. Хорош. БКБ на всякий случай. Мне БКБ не поможет, если там Дум залетит уже, друг. У меня этот Дум ищет, ходит, короче, постоянно. Он вот сейчас, он не шел с ними, с моими тиммейтами. Он шел там этот. Чисто шел меня искать. Но они если в топ пойдут, это хорошо. Я попробую что-то сделать. Запушивать. Же есть. Тяжкая тема. Так, Дум на ботами, да? Блин, я вообще выйти не могу. Хорошо. Ага, вижу. Пацаны бегают друг за другом там. Нажми, нажми, да. Нажми, нажми. Нажми, нажми. Рошан, да пофиг на Рошана, идите в топ. Нажми, нажми, главное. Мариту поймали. Там шторм еще. Ага, вижу. Хорошо, мид толкаем. 5 героев появились на карте. Нажми, нажми. Так, Дум там. Тускар тоже. О, центральную. Все, все пять там. Все пять. Дум тоже там, хорошо. Тускара только не вижу. Но это моя ХГ вот это, по-любому. Есть. Погнали. Сюда кто еще живой? Ага, вижу. Ой, заказ у мадам.
Марита? Не-не-не-не-не. Жалко, мне надо было в трон идти. Нету кнопок. А, жесть, минус 5, он там обоссал Леорик всех. Лол. 40 минут беготни. И удалось. Жесть. Жесть. Да, удалось все-таки. 40 минут, 0-0-0. Вот прикиньте, это дерьмо. Это команда просто затащила, Лерик затащил. Жесть. Ну, это крайняя катка на сегодня, ребятки. Я сегодня уже не буду плеять. Же есть. Дайте ГГВП вот этому парню бан все-таки. Парень не выкупил. Модераторы. Было бы неплохо еще челлендж до 25 урона не качать ни одного спелла. Не, это слишком люто, прикинь. Но герой прям тупо помойкой был бы. Да это ГГ. Ох, а Тускар говорил, мой челлендж, говорит Тускар. А-а-а, нет, мой челлендж, сюда. Выиграли таки, нормально. Пойдет. Ну, если честно, бредово, но в целом выиграли. Жесть, а команда затащила. Я что мог делал, что не мог не делал. Леврику чуть-чуть. Чуть-чуть золота дал и все. Да, если честно, волнение всю игру, потому что... Смотришь по карте, стараешься, ага, там они, туда пойдут, там, возможно, этот будет, а этот там. Они доказали только что, что без меня могут выигрывать. Без меня можете. Молодцы. Красавчики. Какие зачетные советы? Ты о чем? Насчет Леорика? Я подумал насчет этой темы, но мне сначала нужно какой-то эскейп же иметь, чтобы не умирать. Я в любом случае бы кидал. Но я, может быть, даже и манту сделал бы на пуш. GG. Жесть. Неплохо. Неплохо. Крэш вылетел. Лол, посмотрите. Шторм полетел и вылетел крэш. Осуждаю. You broke it, говорит. В принципе, ребятки, на этом челлендж закончен. Челлендж закончен, ребятки. Но у меня как раз крэшнуло. GG. Получается, катку все равно выиграли. Выкинул, да, там крэшнуло. Шторм полетел и крэшнуло всех. Но в любом случае мы закончили эту игру. Трон уже падал, там ребят не было, доломали бы. Жесть. Но в любом случае мы выиграли этот челлендж. Но я считаю, в принципе, это было, ну, тяжеловато. Тяжеловато. Я думаю, не каждый за такое возьмется. В принципе, все.